записи. В Москве, в России коронавирус. Заканчиваем сейчас. Детские садики тоже перешли на домашний режим. Организовали онлайн занятия с детьми. Давайте с вами вспомним. Видите, как много семян полетели, да? Летят, летят, падают. Мы с вами тоже такие парашютики нарисовали. На кончиках черненькие есть семена. Итак, давайте вспомним стишок. Родители, у кого плохо работает зуб, помогают, читают ребятам. Да? Мы вспоминаем, мы знаем с вами. Носит одуванчик желтый сарафанчик, а потом нарядится беленькое платье, легкое, воздушное, ветерку послушное. Нарисовали мы с вами ветерку послушное платье? Да. Она полетела, она полетела, разлетелась. И сарафанчик нарисовали. И вот эти наши листики, которые имеют треугольнички, смотрите, как они. Воспитатель детского сада ведет занятия с детьми. Ну, видно, как ребенку это нравится. С большим интересом занимается. Время эфира наше, к сожалению, подходит к концу. Спасибо вам огромное, что вы все отозвались. Нам очень приятно было вас видеть. А в следующем эфире мы сообщим вам, приблизительно он состоится в понедельник в это же время. Мы будем очень рады вас видеть в эфире. Будем стараться... Ставим... Ставим лайки. Загалдели. Пока-пока.